За последние 8 лет в развитии села Чешмекё из бюджета Гагаузии направлено свыше 11 миллионов леев. На эти средства были реализованы различные проекты, сообщила башкан Гагаузии Ирина Влах. Для меня очень важно, чтобы билингвальное образование в детских садах автономии развивалось. Я хочу сказать, что результаты детского сада села Чешмекё очень хорошие, показательные. Меня сегодня впечатлили наши дети. Впечатлила команда педагогов в детском саду «Дослуг». Я просто уверена, что эта команда и дальше сможет те задачи, которые мы поставили для всех дошкольных учреждений Гагаузии, развивать и знать детям родной язык, государственный язык. Это 100% осуществимо. Я довольна визитом в школу. Хочу сказать, что в лицее работает тоже очень хорошая команда, очень активная команда. Очень много серьезных проектов реализовывается в лицее села Чешмекё. Власти автономии выделили около 100 тысяч леев на открытие в местном лицее цифровой лаборатории, а по программе «Европейское село» в настоящее время в школе проводится ремонт дополнительных помещений, в которых будут расположены библиотека и ряд учебных кабинетов. Стоимость работ составляет порядка 1,5 миллиона леев. В нашем лицее, в детском саду, в доме творчества, в музыкальной школе создаются хорошие, комфортные условия для обучения наших детей. Будут продолжаться эти работы для того, чтобы привлекать детей и для получения не только обязательного образования, но и дополнительного. И, конечно, отрадно отметить, что у нас в учебных заведениях работают профессионалы своего дела, которые могут развивать таланты чешмекёйцев. Чешмекё – единственное село Гагаузии, где функционируют еще два заведения, предназначенных для обучения детей – музыкальная школа и дом творчества. Ирина Кара, Вячеслав Кыса, Мария Казаку. Новости ГРТ.